Всем салют, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас на распаковочке две новогодние посылки, можно сказать, для украшения Нового года. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров, и все это на канале «Китай стал ближе». Ну что ж, давайте начнем с вами с маленькой посылки. Маленькая посылка шла 2,5 недели. Трек номер не отслеживался, но дошла все равно быстро. Оценена она в 16 центов. Заклеена она скотчем, то есть кто-то ее ковырял. Она вообще раздавлена, не знаю, целая внутри, не целая. Сейчас будем проверять, что же у нас внутри. Открываем. Пакетик пустой. И что же у нас внутри? Внутри у нас... Опа! Вот такой снеговик, коробка раздавлена в хлам, что-то написано на ней. На, это уже мелочи. Самое главное, снеговик вроде живой. Странно, как они его не раздавили, он такой хрупенький, прямо кошмар. Это вот такая вот, ну, можно сказать, елочная игрушка, или можно просто куда-нибудь повесить, но это не совсем простая игрушка. Здесь еще есть вот такая вот подсветочка, то есть есть выключатель, и есть подсветка. И светится вот таким вот разноцветным цветом. Цвет меняется. Игрушка не стекло, это пластмасса. Пластмасса, так что при падении она не разобьется. Там стоит, я думаю, светодиодик. Стоит она недорого. Вот здесь вот размещу картинку продавца. То есть магазин, где покупала, сможете посмотреть. Я просто не помню, сколько сейчас, но вы увидите. Значит, такая вот игрушка. Пахнуть ничем не пахнет. Думаю, что обычный светодиод, так что я думаю, безопасная игрушка. Но, как известно, в Китае не бывает ничего безопасного, так что все-таки, я думаю, лучше предохраниться и не вешать ее вблизи легковоспламеняющихся предметов. Потому что Новый год надо быть особенно бдительными и осторожными. Ну что ж, отставляем Дед Мороза. Точнее, снеговика. И открываем вторую посылку. Вторая посылка дошла у нас чуть дольше, около 3 недель. Оценена она в $5. Трек номер отслеживался. Всю дорогу она отслеживалась. И давайте посмотрим, что там. Все, пусто. И тут гирлянда. И тут гирлянда. С чего решили заказать? Потому что посмотрели, не нашли гирлянду, заказали, а потом нашли. Ну, как всегда, в общем. Гирлянда, провода вроде как силиконовые. Здесь лампочки, наверное, диодные. И пульт переключения. Пульт переключения. Давайте включим и посмотрим, как же она мигает. Вот, замигала гирлянда, мигает в 7 разных вариациях, 7 разных вариаций, вроде бы все горят, да, все горят. Скоро уже надо готовиться уже к Новому году, все, уже середина ноября, уже не то что середина, а почти конец ноября, так что можно украшать уже свои дома. Украшать свои дома, заказывать подарки своим близким, родным, любимым. Также можно заказать и вот такие вот украшения. Дошло быстро, ссылочки будут под видео, можете посмотреть. Там будет ссылка именно не на одну гирлянду, а на магазин, где я брал эту гирлянду. Там очень-очень-очень много, очень богатый выбор. Можете посмотреть и выбрать. Ну а на сегодня все, я с вами прощаюсь. Наступает отличное время, это ожидание Нового года, остается чуть больше месяца. Так что всем ждем Нового года, всем пока, оставайтесь с каналом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!